Площадь Пухова в Пересвете превратят в солнечную систему. Юпитером будет амфитеатр, детская горка Ураном, качели Сатурном, сцена Солнцем. Кстати, для качелей столбы уже установлены. Основания под малые архитектурные формы уже готовы. Сцена, амфитеатр, горки и качели прибудут в середине июля. Установят скамейки и клумбы, освещение полностью поменяют, светильники вмонтируют в покрытие, так что жители Пересвета смогут ходить буквально по звездам. Как вам стройка? Ну что, это такое дело. Потерпеть надо, если шумно. У меня дом напротив. Конечно, шумно. Ну и что? Зато здесь будет красиво. Очень хочется еще, чтобы дома наши вот эти вот как-то благоукрасили, что ли, хотя бы снаружи, чтобы они соответствовали этой прекрасной стройке. Надо было зелени побольше. Вот. Ну что ж, один цемент лежит. Да, оно будет, может быть, красиво в общем. Вот. Но я считаю, больше зелени нужно. Очертания будущей площади просматриваются уже сейчас. Работы начались 15 апреля. За 3 месяца сделали большую часть. Территория от библиотеки до площади практически завершена. Проводятся работы по озеленению. Вот перед нами это будет здесь горка. Сзади будет у нас насаждение как кустовые, так и деревья. Очень много будет клумб. То есть я думаю, что по масштабу зеленых насаждений здесь все предусмотрено и будет все хорошо. По поводу домов. Значит, это дома, которые окружают площадь. Они включены в программу «Фонд капитального ремонта». И уже есть специальные разрешения о том, что они будут перекрашены и переоборудованы в более значимый, красивый вид. Новое исполнение площади Пухова предложило архитектурное бюро «Русский стиль». Космический проект участвовал в федеральном конкурсе «Малые города России», в котором победил. В центре площади по просьбе жителей установят памятник Виктору Пухову. Мы встретились практически со всеми собственниками магазинов, которые окружают нашу площадь. Высказали им, наше пожелание, так сказать, чтобы их магазины, фасады магазинов привели в общую концепцию с площадью, а их надо обновить, ну и чтобы они выглядели так же современно, как будет выглядеть наша площадь. Благоустройством территории занимается предприятие «Горзеленхозстрой». По контракту срок сдачи объекта – декабрь 2020 года, но строители планируют закончить к 1 сентября. На сегодняшний момент трудится 62 человека, 11 единиц техники. Планируем завершить большую часть практически всех работ, наверное, к дню флота, как было тут принято. А вообще к 1 сентября должны закончить полностью весь комплекс работ. В Пересвете планируют отремонтировать и улицу Строителей. Она соединяет площадь Пухова, где идут работы, и площадь Защитников Отечества. Ее облагородили и открыли там памятник Александру Пересвету в сентябре прошлого года. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».